играли с опытным соперником, все опытные люди, поигравшие там в основном все. И результат очевиден. При счете 1-0 расслабились, молодых много, и, да, чуть не дотерпели. И были моменты, не забивали, а ребята опытные, Калюкса, они каждый свой момент решали на 100%. И законодательный результат, все по игре было. Ну, надеемся, что когда будет Колька, уже там встретимся, уже добросовестно подойдем к игре. Да, ошибок много, будем работать, готовиться. Начали хорошо, ничего не предвечало беды. Да, согласен, я о чем и говорю, то, что невнимательность, до конца не доигрывали. Еще раз повторяю, ребята опытные, этим и воспользовались. Дай бог, не хватало команде? Команде? Больше опыта не хватало и сдержанности, именно сдержанность и терпение до конца, доигрывать моменты. Вот чего не хватило больше всего. Да. Из-за этого то, что много двигались без толку, так сказать. Да. Думали, этим загоним, но не получилось. Прошлые игры с Калюксом были более удачные, брали очки. Сейчас не удалось. И вообще в этом сезоне моментами игра не слаживается у вас. В чем причина? Причина? Ну, травм много. Ребят выпадают и получается скраивать прямо перед играми. Как наигранные пятерки есть, а как из-за травм приходится перестраиваться. За это недопонимание о многих моментах получается. Но над этим будем работать, конечно. И подойдем уже добросовестно к последним оставшимся играм. И уже, дай бог, попасть в пульку, и там уже тоже доказывать, что все это было, ну, как ошибочно. Ну, все в ваших руках. Сложно сказать, что IDC не может попасть в пульку, пока вы на место в плей-офф. МАИБ может угрожать вам, но сложно. Думаешь, IDC не справится с задачей? Справимся. Больше от нас зависит. Справимся. Ну, будем разговаривать на эту тему. Я же говорю, перестраиваться и, ну, включать бойцовские качества, доигрывать до конца. Команда у нас такая, да, соберемся. Ну, дай бог, все будет хорошо. Кем, с какой командой хочешь встретиться в плей-офф? Эколюкс или Мобилес? Эколюкс. Очень хочется. Да, по многим причинам. Во-первых, за сегодняшнего счета. Сами виноваты, да. Но с ними хочется по-моему встретиться, чтобы доказать, что это ошибочно. Да. И поздравляю, коллег. И мы не должны тоже оплошать. Одессе.